Привет! Ну вот и настал практически тот торжественный момент, когда я уже еду домой для того, чтобы быстренько собраться, принять душек, дособрать чемоданчик и поехать в прекрасный город Красноярск. Что же я туда поеду делать? Я поеду туда к прекрасному доктору, великолепному, золотыми руками, Георгию Эдуардовичу Карапетяну. Вот, по рекомендации одной моей прекрасной подруги, которая уже побывала в его руках, вот, и вышла, так скажем, из его рук принцессой и даже королевой, несмотря на рождение 4 детей. Соответственно, что буду делать? Буду делать грудь, ну и вероятнее всего с Георгием Эдуардовичем решим, насколько мне понадобится и понадобится ли вообще, и согласен ли он будет сделать мне липосакцию и в каких местах. Вот, по итогам расскажу потом, какое решение с ним примем. Это все, ну, как бы в очном режиме мы уже с ним определим. Вот, вынашивала эту идею довольно давно. Вот, после рождения сына, вот, у меня уже прошло 15 лет, вот, ну, грудь находится не в лучшем виде, регулярно занимаюсь спортом, 3 раза в неделю по утрам бегаю по 5 километров, но, как бы, с грудью ничего не поделаешь, как бы, она какая есть, такая есть, вот, хотелось бы, конечно, украсить и вернуть то, что было. Что касается липосакции, то есть места, так скажем, жировые ловушки, вот, с которыми мне бы благополучно хотелось расстаться и работать над своим телом дальше. Вот, уже не заостряя внимание и не расстраиваясь по поводу этих нескольких мест на моем теле. Вот. В общем, примерно как-то так. Будем посмотреть, как говорится, при встрече. Вот, возможно, еще поставлю нити немножко, ну, как бы вот сюда, в лицо, ну, как бы вот сюда. Вот, также с доктором решим, насколько это нужно или не нужно делать и в каком объеме. Вот, посчитаем, сколько это получается по денежкам. И, в общем, вылет у меня сегодня в 22:35. В Красноярске я буду по красноярскому времени в 7 утра, в 7:15 утра. В клинике меня ждут где-то, наверное, я там смогу быть 8:30. Ну и пошло-поехало. В общем, по мере возможности буду писать видео, вот, потом что-нибудь смонтирую. В общем, все это так волнительно, классно. Я совершенно не переживаю, не волнуюсь, вот, абсолютно готова, настрой у меня боевой, вот, абсолютно точно могу сказать, что настроена на очень быструю реабилитацию, вот, как говорится, мы не из тех, кто сидит и конючит по поводу, ой, как здесь тянет, ой, как тут больно, в общем, все у меня будет прекрасно, все будет хорошо, вот, поэтому ждите. Ждите Красноярск. Вот. Скоро буду.